Мы рады приветствовать вас в универсальном спортивном комплексе Подмосковье на фестивале профессий «Путь навыков». Профориентационный фестиваль «Путь навыков» в Щелкове прошел в рамках регионального проекта ГИА «Осознанность. Профориентация». Благодаря фестивалю профессии участники могут примерить на себя различные специальности и на несколько минут стать парикмахерами, поварами, кондитерами, строителями, программистами. Цель фестиваля – помочь участникам сделать осознанный выбор. Разделившись на команды, участники фестиваля посетили 20 различных площадок, где ознакомились с 5 различными компетенциями и 50 специальностями образовательных учреждений Подмосковья. Участникам фестиваля были представлены интерактивные площадки с мастер-классами от Технологического университета, Щелковского колледжа, МЦК, техникума имени Королева и колледжа Коломна. Здесь представлены одни из самых востребованных специальностей данного городского округа и ближайших городских округов, чтобы дети понимали, что они могут как здесь, в своем вот непосредственно городе поступить в колледж, да, или техникум, обучиться специальности, или же в соседние, то есть близко, они смогут найти призвание для себя, обучиться и потом в дальнейшем пойти работать по специальности. Фестиваль был инициирован Министерством образования Московской области совместно с Подмосковным центром опережающей профессиональной подготовки и призван помочь выпускникам с профориентацией, чтобы ребятам было проще определиться с выбором учебных предметов для сдачи госэкзаменов. В городском округе Щелково на протяжении всего года в рамках проекта «Билет в будущее» с целью реализации профессионального минимума обучающихся 9 классов проводятся профориентационные мероприятия. Сначала мы выезжали в школы, потом мы проводили экскурсии на предприятии, вывозили школьников посмотреть наше предприятие. Вот теперь сегодня вот такое огромное мероприятие, большое, куда приглашен не только Щелковский колледж, но и другие колледжи других городских округов в доступности, куда ребята смогут поехать, и если каких-то специальностей у нас нет, получить долгожданную, интересную специальность в другом колледже. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.